Скалу выбросило, так кроме дождя, ветра мы ничего много дней не видали там. Мы натурально даже шевельнуться не могли. Не то что там шалаш построить или еду добыть. Нас кого-то силой какой в землю впечатало.
Потом уже, когда буря стихла, отец Матиас пришел. Ну, спокойный такой, ласковый. Вроде бы он уже все про нас знал, там, имена, там, откуда мы, чё. Главное, на нашем языке разговаривал. Ну, рассказал все об этом острове, в конце выбор предложил, говорит, короче, пацаны, или спасение, или смерть. Ну, кое-кто отказался там, а он вообще долго не думал, он взял и убил их тут же. Отец Матиас, он вообще решительный, ну, спокойный такой. Я никогда не видал, чтобы он понты дешевые кидал. Ну, ты когда стоял на песке, а он такой в крови весь пропитался, в общем, я тогда решил, пойду за ним до конца. Антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж. Помоги мне. Идем. О, нет. Нет. Ах, только не это, пожалуйста. Так. Сейчас. Слава богу, он жив.
была часть его.